Наши покатушки. Как вам, Иван Владимирович, поездочка? Мы с Ташков чешем на пруд. Там есть пруд, а где вот надо попасть? К прудику чешем. Да вас, батюшка, заносит. Вот, под зиму вспахали поле. Простор вспаханного поля. Вот, пока мы шли к водохранилищу, наткнулись на красивый такой желтый дуб. Вот мы докатили до пруда. Так сказать, романтическая минутка, немножко полюбоваться красотами осенней природы. Это называется чаепитие на природе. Божественно. О, Господи. Эх, малышек, малышек. За ваше здоровье. Так, ты меня оставь там давай немножко, а? Так, идешь, 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 блин. Раз. Такая позиция. Интересно. И что же вы там увидели-то? Ах, она там фотки делает. Ради хорошего кадра, да. Стоит, не так встанешь, конечно, малышечка. Да. Это называется Рекс бегущий фотографирует ручеек. Красотень. Да, у нас очень классненько получается. Классное распределение, блин, дел. Мне единственное, знаешь, чего не хватает, малыш? Третьего велосипеда. Было бы вообще супер. Угу. Да, малышка? Пейзажики резко меняются. От берез, от пруда. Вот мы идем дальше к нашему месту обитания. А здесь вот такие вот места. Поваленные деревья. Тропа здоровья называется, наверное. Идем по тропе здоровья.
как-то вот немножко замученный вид, но ничего, к нас пьет. Прогулка по окрестностям была очень интересной. Мы плавно подошли к обеденному времени. И вот в столовую мы опять вдвоем. По телевизору шпарят, как всегда, видеоклипы. А мы уплетаем за обе щеки домашнюю пищу. Проголодавшись, Натуська быстро умяла свой борщик, а я тихо, не спеша, растягиваю удовольствие. Набив животики после обеда, мы решили махнуть в Тулу. И покатили мы в цивилизацию. А в Туле над центральным парком летали воздушные шары. Вот мы пришли все-таки в центральный парк Тулы. И Наташка все-таки забралась на Тулу. Она мечтала посидеть на Туле. Побродив по парку, мы решили осмотреть красоты ночной Тулы. Посетили Тульский центр. Успенский собор на территории Кремля. Казанская набережная со своей подсветкой. Нарядили березку, блин. Нагулявшись, мы мчим в свой эко-отель на Стасина хуторок. В отеле нас, как всегда, ждал вкусный ням по-домашнему. После колбаски-то, а? Вот тебя распирает-то на ручание. Она привела себя сюда, кощару накормила ее.
Да. И халява теперь хочет ласкаться. Она не может разобрать, кто это, девочка, мальчик. Вот такие квани. Курлы-мурлы. Вот она сейчас будет меня топтать. Вот она меня... Осторожно, не задень прибор, блин. Вот. Киса, 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 киса. А тут все-таки бегает мышка у нас, малышек. А если она на мышку нападет, а? Вот и закончились 3 дня, проведенных в Тульской области. В памяти остается много интересного. Но не только в памяти, но и в этом видео. До встречи на нашем канале в наших путешествиях.